Уже не первый год Центр поддержки материнства и детства «Семья Плюс» совместно с областным перинатальным центром помогают белгородским парам подготовиться к родам. Подспорье в этом – проект «Старт материнства с поддержкой и заботой». Благодаря ему в родильное отделение поступило не медицинское оборудование. Мы давно уже сотрудничаем с центром «Семья Плюс». Мы решили ввести в условия нашего пребывания в родильном зале напольные маты, арахисовые мочи, фитболы для более комфортабельного пребывания наших пациенток в родильном зале. Уже в этом году около 8 тысяч женщин смогут воспользоваться такими специализированными средствами. Забота и комфорт всегда нужны будущим мамам. Это только первая часть проекта. Вторая часть проекта, она будет связана с подготовкой женщин к родам. Это будут встречи для будущих мам, которые для них будут без оплаты. А кроме того, центр «Семья Плюс» организует обучение медицинского персонала, чтобы новое оборудование использовали максимально эффективно. А также семинары по профилактике и преодолению эмоционального выгорания. Александра Харина, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорье.